Будущее каждого из нас зависит от того, как развивается наше родное Приангарье. Для успешного развития нужен сильный лидер. Человек, который может взять на себя ответственность, для которого важнее реальное дело, а не красивое слово. 27 сентября нам надо сделать правильный выбор и проголосовать за развитие Иркутской области. За Сергея Ерощенко.